В читальном зале Айхинской центральной библиотеки можно не только в тишине и уютной атмосфере изучать литературу, но и познакомиться с работами талантливых творческих людей Северного Сахалина. Сейчас здесь оформлена выставка работ ахинского художника Аркадия Колосова. Наша библиотека сотрудничает с талантливыми людьми нашего города. Для поэтов у нас проходят вечера встречи на базе библиотеки, а для художников мы организуем выставки их работ на базе нашей библиотеки. У нас выставлялись работы Владимира Жиганова несколько раз, работы Петра Шищенко тоже были представлены несколько раз. А в этом году у нас новое наше открытие – это Аркадий Колосов. И сегодня мы представляем работы в нашей библиотеке Аркадия Колосова. Мир вокруг нас прекрасен и неповторим. Природа удивительна, и ею можно восхищаться бесконечно. Но далеко не каждый может выразить словами свои впечатления, эмоции, передать и рассказать о своих чувствах. Тогда на помощь приходит холст, краски и кисть. Работы Аркадия представлены у нас впервые, надеемся на дальнейшее сотрудничество. Работает он в основном пейзажная живопись, но, насколько мне известно, также он пишет портреты. Но на сегодняшний день у нас представлены пейзажи. Это ахинская наша природа, так как он у нас уроженец Ахинского района, коренной сахалинец, так скажем, любит очень лес, природу, часто они с семьей выезжают, вообще у них как бы семья очень творческая. И он фотографирует очень красивые места, порой даже и не знаешь, да, где это сфотографировано, пока сам автор и не скажет. Художник Аркадий Колосов мастерски передает очарование и непосредственность сурового северного края. Благодаря умелому использованию возможностей цветовой палитры, пейзажи реалистичны и притягивают взгляд. Север Сахалина он знает от и до. Поэтому вот картины, да, такие замечательные. Наши читатели приходят, очень восторгаются этими работами. Ну, тоже как для кого-то это имя ново, кто-то знает Аркадия лично. Но все очень довольны. Ну, конечно, да, работ представлено пока немного, но надеемся, что на следующую выставку будет работ представлено побольше. Сотрудники библиотеки приглашают жителей и гостей города посетить читальный зал и познакомиться с творчеством талантливого ахинского художника Аркадия Колосова.